приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня приготовим блюдо с очень веселым названием, вернее, не совсем блюдо, а закуску к пиву. Я вот решил по пивасу, так сказать, сегодня. Подумал, что бы мне сделать на закуску, и вспомнил один классный рецепт, решил поделиться им с вами. Называется это блюдо «Волосатые макалки». По-украински это вообще звучит, ну, первый раз, когда прочитал, впал в истерику. «Волохати мочайки». Чтобы вы понимали, мы сегодня будем готовить. Нам понадобится украинский хлеб, ну или любой вот такой вот ржаной хлебушек. Майонезик, чесночок и любой сыр. Ну, твердый сыр. Хлеб порежем на брусочки, где-то размером сантиметр на сантиметр. Можно больше, можно чуть меньше. Ну, вот такой вот размер. Чуть-чуть не рассчитал, осталась корочка. Надо больше, 1.5 сантиметра. Все это готовится очень быстро и невероятно вкусно. Дальше чесночок натрем на мелкой терочке. Можно, конечно, и подавить на чеснокодавилке, но тертый мне нравится больше. Натертый чесночок отправляем в майонез и перемешиваем. На такой же мелкой терке натрем сыр. Далее на хорошо разогретой сковородке с растительным маслом приготовим из наших хлебных брусочков греночки. Обжарим их до хрустящей корочки. В процессе обжарки перевернем гренки 4 раза, чтобы они с каждой стороны равномерно обжарились вот до такого золотистого состояния. После того, как греночки обжарены со всех сторон, выкладываем их на бумажное полотенце. Когда греночки остыли, приготовим нашу закуску. Обмакиваем вот таким вот образом, примерно половинку гренки в соус из майонеза и чеснока. И посыпаем тертым сыром. Вот и получаем волосатые макалки или волохати мочайки, если говорить по-украински. Друзья, поверьте, вот если вы пригласите друзей на пиво и приготовите такую закуску, вы их крепко-крепко удивите. Сейчас я приготовлю все остальные и будем дегустировать с пивом, как положено. Волосатые макалки готовы. Они вкусно пахнут чесночком и жареным хлебом. Друзья, я спешу попробовать. Вот такая вот штучка получается. За эту часть она берется, а за эту кушается. Белиссимо. К хорошему белку это просто нечто. Вещь потрясающая, очень рекомендую. Если вы любите пиво, приготовьте волосатые макалки или волохати мочайки. Вам очень понравится не только название, но и само блюдо. Вот такая вот закуска, честное слово. С удовольствием представляем вам рецепт. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой будем снимать для вас сыр и колбасу. Волосатые макалки – это так, между прочим. Всего доброго, пока!